кому-то хуй крючком, кому больные гланды. А у Тараса между глаз кокарда. На ужин Галя с белой, вопреки Минздраву. А утром по кольцу рулит до управы. Волына, не сгибайка, лычки и погоны. На номерах Каена, Ольга и два Антона. Зеленей не будет, суки, сбились в стаю, кричал Тарас нервно, сдувая Николая. Папа Тараса решал вопросы на Литейном. Майор в отставке был человек идейный. Взять коммерса за яйца, прихватить с драгом. И здесь покруче уже три Антона с российским флагом. Держал ресторан и лавку с антиквариатом. Поебывал шлюх в 570-м. ГБшная закалка, такого не возьмешь и пулей. Но главной радостью в жизни он считался нулю. Телки ложились под Тараса штабелями. Кому кольцо задарит, кому так рублями. Может говно подбросить, забрать паспорт. По беспределу, зато любую наспор. Здравствуй, Светик, как сама, как дела? Как отдохнула в Греции, слышал, гос издала. Красава, а я тут всю жопу протираю. Допросы, протоколы, да ты сама знаешь. Слушай, у меня ж батя на две недели срулил. Давай ко мне, а? Посидим, потрещим. Покажешь фотки, да я тебя умоляю. Мы же с тобой уже 100 лет друг друга знаем. И Мишку твоего знаю, знаю, что попал. А чё не маякнул, я ж отмазать предлагал. Да ты не переживай, сейчас же год только. Когда его в июле, так ждать уже недолго. У тебя полчаса, я в ленту пока заскочу. Куплю похавать чё и сразу прилечу. Подъеду, наберу, ты спускайся во двор. 5-7-0, чёрный круизёр. Рассказы о работе, о встрече класса. Первых минут стали напрягать Тараса. Аспирантура, сессия, куча дел, не продохнуть. Она вздыхала и вздымалась ее грудь. Красивая ты, Свет, что, прости, не слышу. Я говорю, бросай ты нахер своего Мишу. Я знаю эту кухню, вернется, пойдет в охрану. Бухать начнет, оно тебе надо. Давай поженимся, ну хочешь, стану на колени. Чувства, они придут, дело времени. Куда собралась, садись, не будь дурой. До города 20 км, хочешь сдохнуть под фурой. Держи бокал, выпей, это тебя остудит. Ежели любя, расслабься, больно не будет. Красиво стелишь, настоящий ас. Да только мимо все. Звони папе, Тарас. 9-5-7-0-2-0-1. Со мной ли помочь? Звони папе, Тарас. Хорош, пацаны, жмите на тормоз. Звони папе, Тарас. Пора заканчивать, время как раз. Так что? Звони папе, Тарас. Тарас проснулся в отличном настроении. Удовольствие больше, чем от первого повенья получил. Хорошо быть королем и ездить на карете с кожаным рулем. Я ведь эту овцу припалил с первого курса. За такую палку 5 мне с плюсом. Типа скромница, такая недотрога. Да только не всегда гладкая дорога. Я ведь завсегда могу устроить такой прием. На тюрьме ее хахалю, что он запоет. Она у меня будет верной шапкой, если не хочет, чтобы он ночевал под лавкой. Алло, Витян, проспорил тебе минус. Как договаривались, готовь чивос. А хули ты думал спорить с Тарасом? Я в этом городе имею любое мясо. Чё за пидорасы создали пробку? Да хуя деловые на старой пятерке. Эй, на аварийках, а ну съебали. Дексиво врыло, что ли, тыкнуть? Алло, паря, сука непонятливый. Придется выйти, я ща перезвоню. Минутку, Витя. Глухой хлопок, резиновой дубины в темечко. До размеров копеечки сжалось очко. 20 минут по городу, час по ухабам. Стоны из багажника заглушаем хип-хапом. На голове мешок, глубокий бас из саба. Приехали, дружок, выкидывай его за борт. Открыли багажник, вывалился на земь. Ну как ты, не укачала тебя, бразик? Должно быть, сейчас зыкает у тебя мама. Ну что, Тарас? Вот твоя яма. Шутка затянулась, парни, это заказ, Вити. Подстава на MTV, меня видит весь Питер. Удар арматуры, щека рассечена на две. Тарас орет так, что слышно в Москве. Эй, говно, сюда смотри, слышишь? Тебе привет из не столь отдаленных от Миши. На, звони папе, Тарас, это твой шанс. Ну что, идут гудки, а? Порадуй нас. Ублюдок словил суть прогона. Один хуй мазанусь с купюрой, если не погоной. Я бы на твоем месте не был так рад. Сколько денег, сволочи? 1 000 000 Таких денег нет! Ну что ж, очень жаль, сейчас будем
тебя уничтожать. Две пули в живот, ночью здесь люто дует. В общем, оставляем тебя здесь подумать. Красиво стелишь, настоящий ас. Да только мимо все. Звони папе, Тарас. 9570201. Самый ли помочь? Звони папе, Тарас. Хорош, пацаны, жмите на тормоз. Звони папе, Тарас. Пора заканчивать, время как раз. Так что? Звони папе, Тарас.